Кобылье молоко лечит болезни, заряжает энергией наше тело. Особенно целебным считается саумал, парное молоко. Витамины и минералы, содержащиеся в ее составе, повышают способность организма противостоять любым заболеваниям. Учитывая это, фермер из Курмангазинского района в трудное для страны время бесплатно раздает саумал жителям, показывая пример добра и милосердия. Когда население боролось с опасной инфекцией, житель населенного пункта Гольбин Курмангазинского района Истурган Адзиятов протянул руку помощи своим односельчанам. Он помогал тем, кто нуждался в целебном напитке. По его словам, он был свидетелем того, как от ежедневного употребления парного кобыльего молока больные выздоравливали. О пользе этого напитка известно с древних времен. Об этом написано и в учебниках, и специалисты подтверждают это. Кобылье молоко является любимым напитком казахов. Особенно ценят саумал, который затем через несколько часов скисает и превращается в кумыс, тоже целебный напиток. Житель села утверждает, что рассказывает о лечебных свойствах напитка каждому, кто обращается к нему. Многие считают, что саумал очищает кровь и благотворно влияет на печень, но его лечебные свойства не ограничены только этим. Кобылье молоко лечит многие заболевания. Оно является особенно питательным напитком, предотвращающим некоторые злокачественные заболевания легких, брюшной полости, кишечника. Мы сами решили употреблять этот напиток. Лошади, которых разводят мой сын и невестка, в апреле месяце дали приплод. Мы и сами пьем и бесплатно даем заболевшим и своим родственникам. Они выражают нам свою благодарность. Заметил, что сейчас многие употребляют кумыс и шубат, узнали их лечебные свойства, поэтому появился большой спрос на них, большая польза для больных людей. Видя, как растет число желающих выпить саумал, коневод считает, что легче предотвратить болезнь, чем потом искать лечение от нее. Назерке Асхат Казахтлек, Абай Казабулат Рахметова, телеканал Атырау, Курмангазинский район.